Эти малыши – настоящие счастливчики. Большую часть времени они спят, но каждый из них выжил в крайне непростых родах. Врачи реанимации для новорожденных буквально борются за жизнь маленьких пациентов. Дети живут в кувезах, пока не доберут оптимальный вес. Под пристальным наблюдением неонатологов, реаниматологов этот малыш претендует на счастливое детство. Ведется мониторинг за ребенком. Вот монитор такой многофункциональный, где сатурация, насыщение крови кислородом, давление, пульс. То есть все основные показатели жизненно важные мы можем проследить. В отделении 10 мест для детей и их мам. В реанимации за малышами самый тщательный уход. В кувезах для интенсивной терапии создан свой микроклимат, поддерживается определенная температура и влажность. Задача медиков не просто выходить ребенка, но свести к минимуму возможные осложнения. Для оказания квалифицированной помощи этим крохам врачи и медсестры постоянно учатся, проходят специализацию на базах краевых перинатальных центров. Возраст до месяца выделен в педиатрии в отдельную науку, в отдельное направление здравоохранения. И сейчас, на данный момент, специалисты, которые работают в этом отделении, можно сказать, что на сегодняшний день являются лучшими у нас в регионе. Это палата совместного пребывания. Здесь новорожденные лежат вместе с мамами. Главная задача малышей – под наблюдением врачей набирать вес. Дочь Натальи Кузнецовой родилась дюймовочка, кило 700. Сейчас девочка поправилась и весит больше 2 килограммов. Скоро Наталью с ребенком выпишут. Их уже заждалась большая семья. Здесь мне очень нравится. Здесь и уход хороший, и условия замечательные. И для мамочек вообще тут просто почти как домашние условия тут. Как семья получается. После выписки маленькие пациенты еще в течение 2 лет остаются под пристальным присмотром медиков, которые держат на контроле здоровье малышей.